Начинка для голубцов и для перца будет одинаковая. Я решила, почему бы не приготовить и перцы, и голубцы. Для начинки нам надо, будем обжаривать лук с чесноком, с морковкой. Будем добавлять мясо, фарша и рис. Добавим соус, чтобы заливать фаршированные перцы и голубцы. Что у нас здесь? У нас здесь томатная паста, сметана и кетчупа. Сейчас я буду добавлять 200 мг воды, соль и перец. И мы будем поливать и варить перцы в этом соусе, также голубцы. Ну, достаточно. У меня здесь томатная паста, еще с целыми помидорами томатная паста, сметанка и кетчуп, соль, перец и водичка. Еще раз. Вот. Сейчас я буду очень хорошо все это перемешивать, пробовать. И, возможно, добавлю еще сметаны. Вот. Сейчас буду на терочку морковку. Перцы у нас готовы. Это маме будет, это нам. А сейчас буду помещать капусту в кипящую воду. Голубцы же готовим тоже. Тоже мне помогает, а? Начинаем готовить зажарку. Масло у нас уже раскаленное. Идет лучок и чеснок наверх лучка. Уже можно добавлять морковку, соль, перец. Хотелось мне добавить паприку и чили паудер в нашу зажарочку. Листочки капусты обычно очень легко вынимать двумя вилками. Так как я снимаю, у меня это никак не получится. Приходится так. Ну, сейчас я закончу и буду делать так, как положено. Таким образом нарезаю листья капусты, чтобы у нас были две половинки. Люблю всегда прожарить чуточку фарш на голубцы или на перцы. Я его чуточку, ну, буквально хотя бы 5 минут, 6 всегда прожариваю. Мне так вот нравится. Все, фарш готов. Я его буду выключать. Такой у нас красивый. Получился полужаренный. Так будем мешать наш фарш, зажарку с рисом. Рис мы варили до полуготовности. Я забыла сказать, вот у нас такое, такое красивое, яркое, красочное выходит наша зажарочка с фаршем. А как это вкусно пахнет! Очень вкусно пахнет. Ну что, вперед! Наши голубцы я вот так готовлю и так сворачиваю вот колбаской, затем мы вот так скручиваем
Вот скрутили. И затем двумя руками делаем цветочек такой. Вот. Такой голубец. Мы будем помещать эту красоту вот сюда. Заливать нашим соусом. Процесс пошел. Перчики мы залили соусом. Доливаю воды. Готовим 30 минут, говорят. 30. И что-то, да, кушать будем. Будем кушать. Ням-ням-ням, да. Ой, ой, любви, скажи, мама. Перчики наши. Какие красивые. Крышечками их закрыли. Соусом водичкой залили. Вкусно будет. И запах. Ждем. Все ждут. Вот какой вкусный перчик у нас вышел. И голубчик скрученный. Такая красота. Будем кушать. Вот такая красота у нас вышла. Все очень вкусно. Очень-очень вкусно. Все так быстро, уже кастрюльки нету. Съели.